18-летний Артем Щербенев работает спасателем первый сезон, но опыт имеется. Когда ему было 15, вытащил из воды тонущего подростка. Спасательный круг висел. Вот. И не знал, если честно, как его кидать. Сразу сообразил, просто взял, раскрутил, кинул спасательный круг. Слава богу, повезло то, что сила у меня была большая. До него долетел спасательный круг. Он схватился, подбежали уже сами спасатели, до него доплыли. С тех пор Артем, за плечами которого 11 лет занятий подводным плаванием, решил спасать людей профессионально. Вместе с будущими коллегами прошел специальную подготовку и теперь дежурит на городском пляже. Спасательные посты в Самаре выставили 10 июня. Всего в областном центре ежедневно выходит на дежурство на пляжах 44 спасателя. Все 14 постов оснащены необходимым оборудованием. Спасательные круги, спасательные жилеты, нагрудники, детские и взрослые. Необходимые средства связи, средства громкоговорящей связи, что позволяет эффективно выполнять свои должностные обязанности спасателям. Официально купальный сезон в Самаре откроется 15 июня. К этому числу на пляжах установят необходимое оборудование – скамейки, навесы, урны. До 31 августа спасатели будут находиться на постах с 9 утра до 10 вечера. С 1 до 15 сентября – с 9 и до 21 часа. Спасатели ведут наблюдение с вышки, регулярно обходят подконтрольную территорию. Ведь помощь может понадобиться не только на воде, но и на суше. В случае необходимости вызывают бригаду медиков. Светлана Тимофеева, Николай Сидоров. События.